Сегодня вот приехали в очередной раз в Московского Динамо. Мы от всей души желаем вам крепкого здоровья. Вы обязательно все вылечитесь, у вас будет счастливое детство, вы станете взрослыми людьми, кто-то может станет спортсменом. Мне кажется, это очень хорошая и очень важная традиция. Это надо делать обязательно и общаться с детьми, которым немножко не повезло. То есть как-то им помочь, и чтобы они вошли в нормальную жизнь и жили хорошей жизнью тоже дальше. Но мне кажется, самое главное, мы увидели улыбки детей, то есть им понравилось, мы поиграли с ними, то есть, ну, дети счастливы, это самое важное.